Как бы то ни было, если же мы быстро доберемся до следующей главы, значит, вы все еще смотрите эту же серию. Если нет, то, надеюсь, то самое мгновение, которое вам пришлось пережить, дабы увидеть эту серию, было скоротечным. Не знаю, что я сейчас сказал, но да ладно. Так, аномалия пыталась нас убить, но мы живы. И это, в принципе, хорошо. Ну, то, что мы живы, а не то, что нас пытались убить. Разумеется. Чертеж генератора шаровых молний. Да, все-таки один чертеж где-то я упустил. Странно где. Ну, видимо, опять был невнимателен и не уследил. Господи, сколько этих крыс. Как они пищат, бля. Ужас, просто ужас. Неразборчивые записи выжившего. Карантин. День 0. Запер себя в отсеке для животных и сломал дверной механизм. Теперь ничто не должно проникнуть сюда. Не хочу рисковать сгребанной потусторонней энергией и всем, что в ней кроется. День 2. Проснулся от того, что эти мелкие твари пытались съесть мое ухо. Адская боль. Нужно найти дезинфицирующее средство. Пытаюсь прибить как можно больше, но они верхние. День 4, кажется. Ухо опухло и явно инфицировано. Не рискую засыпать. Я вижу, что они выжидают. Сильный жар. Мне нужны лекарства. Мне снилось, что мои ноги горят. Но это был не огонь. Они изгрызли мои ноги в клочья. Маленькие мерзавцы наконец-то мстят. Долбануться. Главное не спать. Ага. Осторожно продвигайтесь к операционной в биолаборатории. Осторожно. То есть тонкий намек на то, что тут есть то, что будет нас преследовать, если заметят. Спасибо, конечно, за предупреждение. Я это очень ценю. Чертеж индуктора искусственного фотосинтеза. Опа. А вот ты, как я думал, мною утерянный чертеж. И осталось еще два. Спасибо. Прям обрадовали меня. Спасибо. Зачем же так пугать-то? Что я что-то упустил. Это некрасиво с вашей стороны, разработчики. Некрасиво. А-тя-тя. Осуждаем, осуждаем. Порицание, порицание. Сплошное порицание. Ладно. О, ужас, одни трупы. Это существо убило все. Все, что могло убить, убило все. А возможно, оно даже не одно, а их много. Твою мать. И вследствие мы видим вот это вот. Жесть. Сплошное мясо. Разбросанные изуверски
убито расчлененное мясо, которое раньше было существом, называющее себя человеком. Ужас. В лабораторию войти, я так понял, мне не дадут. Мне так-то хотелось бы зайти, узнать, что и как. Милая, можно подвинуться, я пройду. Нет? Понятно. Ну что ж. Опа. А, понял. Ошибочка. Так, снова следы. Значит, это существо может быть где-то тут. Главное его не потревожить. А зная себя, я его еще как потревожу. Уж я такой. Хотя для меня это вряд ли чем-то хорошим закончится, разумеется. Доктор Харнекс. Как тебе, я могу зайти? Обалдеть, я могу зайти, класс. Короче, понятно, эти существа бродят только там, где находится вот это вот непонятное синее вещество из потустороннего мира, которая через портал или еще хрен пойми что впиталась в нашу реальность. Чертеж конвертоплана. Сообщение по пневмопочте. Куда? Маргарет Линни, отдел биологических исследований. Из Анна Томпсон, отдел физических исследований. Мэгги, я уже говорила тебе, то, что я работаю в отделе физических исследований, не значит, что я понимаю то, что делает старший исследователь Арчер. Да, я понимаю, что мы все хотим постичь новые научные горизонты так же быстро, как она. Но в действительности на борту больше нет никого, кто бы мог сравниться с ней. Одна только ее математическая работа по созданию бесконечных временных петель с использованием пространственного резонанса является революционной. И это даже рядом не стояло с ее инженерным вкладом в создание генератора ядра. Честно, если ты хочешь узнать больше о ее исследованиях, просто пригласи ее на обед. Я слышала, она достаточно приятный человек. Анна. Господи, ребята, ребята. Что же вы натворили, а? Ужас. Ну как так-то? Ну как? Очередной туалет. Совсем не страшно. Уже. Первые три раза это еще можно попугаться, но дальше уже, когда в игру вникся, это уже не пугает. Animal experimentation, weather control, time manipulation. Is there any research they didn't do here? Вряд ли. Так.
где я нахожусь. Лаборатория 4 только. Ага. А этих лабораторий еще до хрена. Одним словом. О, да. Чертеж устройства для кинетического контроля дождя. Мы собрали 100% collectibles. А толку от этого? Никакого. Только ради достижений, которые нам сдались, как сами знаете, кому что. А, хорошо. Я так понял, мы медленно, но уверенно идем в самую гущу событий. Твою ж налево. Я представляю, какие здесь ароматы. Да ну нафиг. Выжившие? Так, сестра, это ты? Fucking thing. Hey, language. Rose. Oh my god. My big sister is here. My big sister is here. Yes. She is. And we, dear sister, are getting out of here. Come on, how do I get to you? There's a door on your right, short corridor, stairwell, you can't miss it. I will be right down. Ada? I didn't do anything. Ada! Get out! Get out now! I can't. Rose, I can't. Rose, listen to me. It's okay. Really, it's okay. You're here for me. I will love you forever for that. But I need you to do one thing. Get my research, Rose. Save it. Go to the theater and get the second notebook. Together, they hold the keys to everything. You can fix this. Promise me, Rose. Promise me. Not like this. Promise me, Rose. No! No. I'm Robin. В принципе, я ожидал чего-то подобного. Нам же ведь не зря было сказано. Ну, не нам это, я еще сказал. Что ничем хорошим тут вряд ли... не окончится ни для нас, ни для нашей сестры, ни для того Обри. Мы все умрем. Хотя, если все-таки то, что мы увидим по пневмопочте, что мы можем все исправить... является правдой, то если все так, то мы что-то такое сделаем, что вернет все на круги своя, и в итоге все снова будут живы. Но так ли это, узнаем со временем. Хм. Да, всего лишь столько-то оставалось. А ведь можно было по-нормальному поделить, чтобы по времени было. Ну что ж поделать, сильно увлекся, и в итоге получилось, как получилось. Но как бы то ни было, в следующей главе встретимся...